В Музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Неизвестный Солженицын». На ней представили 50 фотографий писателя, сделанных во второй половине 60-х годов. Они выполнены в цветном формате. Фотокарточки взяты из архива его первой жены Натальи Решетковской. На них Александр Исаевич изображен в неофициальной обстановке. Помимо снимков, посетители могут увидеть личные вещи писателя – радиоприемник, печатную машинку и домашний телефон. Где Александр Исаевич в кадре, значит, Наталья Алексеевна щелкала его фотоаппаратом «Зоркий». Где она в кадре, он ее фотографировал, но тогда не было слова «селфи». А где они вдвоем в кадре, то это на вытянутой руке, у них это называлось «само фото». Передвижная фотовыставка продолжит работу до 20 апреля.